Аллилуйя. Очень важно быть честным человеком. И ļoti svarīgi būt godīgam cilvēkam. Скажи, честность. Saki, godīgums. Вот честность нужна нам. Godīgums ir vajadzīgs mums. Я недавно услышал такую историю. Es nesen dzirdēju tādu notikumu. Мужчина работал топором. Strādāja ar cirvi. На берегу реки и уронил топор в реку. Un noslīcināja upē cirvi. И взмолился. Un sāka lūgt. Господи. Kungs. У меня последний топор. Man bija pēdējais cirvis. Верни мне мой топор. Atgriez man manu cirvi. Всплывает серебряный топор. Uzpeld sudraba cirvis. И Бог спрашивает. Un Dievs prasa viņam. Твой? Tas ir tavējais? Он говорит, нет. Viņš saka, nē. Серебряный топор исчез. Sudraba cirvis pazuda. Всплывает золотой топор. Uzpeld zelta cirvis. И Бог спрашивает. Un Dievs viņam prasa. Твой топор? Tas ir tavs cirvis? Мужик говорит, нет. Vīrs saka, nē. Золотой топор исчез. Zelta cirvis pazuda. Потом всплывает обыкновенный. Pēc tam uzpeld para cirvis. Железный топор. Dzelzs cirvis. Твой топор? Tas ir tavs cirvis? Мой. Mans. Господь говорит, за то, что ты был честный, то, ты был годный, вот тебе три топора. Лук, три стирю, и серебряный, ган судраба, и золотой, ган золото, и твой он аритавею, железный. Дзелс стирю. Через день пять денес, мужик идет со своей женой вирс, по мосту, по тилту, и жена упала в реку. Он севекрита упе. И он снова взмолился. Он чатал сака лук. И говорит, Господи, он чатал кукс. Верни мою жену. Отгрызь ман ману сиеву. Всплывает Наоми Кэмпбелл. Наоми Кэмпбелл. И Бог спрашивает. Он Диос праса. Твоя жена? Да, это его сиева. Он говорит, моя. Он чатал мана. Бог говорит, ну как же так? Я говорю, ну как так? Зачем же ты меня обманываешь? Ты краб? Он говорит, Господь, я же тебя знаю. Он говорит, кунг, если ты везину. Ты мне еще две предложишь. Ты а что я с ними буду делать? Какой сервиням даришь? Как важно быть честными. Тик, сварик, будь годыгом. Мы-то понимаем, что между топорами и женами есть разница. Мы сам про цирвием и сиевами разчериба. Амин. Поэтому давайте беречь. Саргасим. И топоры. Ган цирвис. И жен. Ган сиевс. Но это не означает, что топоры для жен. Бет это не означает, что цирви прежде сиевам. Топоры для работы. Цирви прежде дарба. А жена для того, чтобы у нас была счастливая семья. Амин. Амин. Итак, честность. Un tā, godīgums. На самом деле очень важно. Atklātums ir ļoti svarīgs. Перед Богом честность. Dievu priekšā godīgs. Мы пообещали Богу приносить десятины. Mēs apsolījām Dievam atnest desmitas. Сегодня у нас вторая река. Un šodien mums ir otrā upe. И я должен сказать, un man ir jāsaka, что в экстремальных или в отчаянных обстоятельствах мы не должны отчаиваться. Апостол Павел так и говорит. В отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся. То есть у нас антикризисная вера. Если паника вокруг, у нас нет паники. Что такое антикризисная вера? Это значит, даже во время экстремальных условий под экстремальных обстоятельств. Мы продолжаем делать то, что мы делали до этого. Независимо от того, что происходит в Латвии. Кто-то уехал. Кто-то разочаровался. Кто-то ушел из церкви. Кто-то в Боге ожесточился. Если я в отчаянных обстоятельствах, не отчаиваюсь. Это означает, я продолжаю ходить в церковь. Я продолжаю поклоняться Богу. Я продолжаю читать Слово Божие. И веду себя так, как будто вокруг меня ничего не поменялось. Потому что мои отношения с Богом в конце концов те же самые. Причина перемен, если Бог поменялся. Ja Dievs nav mainījies. Но если Бог не поменялся, ja Dievs nav mainījies, а я хожу перед Богом, priekšā, почему должна моя поведенческая tā, константа меняться? Manai uzvedībai ir jāmainās. Мы продолжаем ходить в церковь, mēs turpinām staigāt uz draudzi, мы продолжаем жертвовать, mēs turpinām ziedot, и мы продолжаем приносить десятину. Un mēs turpinām pienest desmitās lietas. Многие сегодня взяли на вооружение тему. Daudz šodien paņēmis apbruņojumā tēmu. Из-за того, что кризис, tādēļ, ka ir krīze, я ничего не жертвую. Es neko neziedoju. Ну, дорогой, во время кризиса, да и не кушай. Кризис laikā tad arī neēd. А мы во время кризиса все равно кушаем. Bet mēs krīzes laikā tik un tā ēdam. Подъезжаем в любой магазин. Piebraucam jebkurā veikalā. Там не пахнет кризисом. Tur nejūtās, ka ir krīze. Люди покупают. Cilvēki ну, не столько, может, столько. Ne tik daudz, varbūt, tik. Мы же продолжаем жить. Mēs tik turpinam dzīvot. Давайте не будем
во время кризиса или во время тяжелое демонстрировать Богу свою нечестность. Может быть, на самом деле вот эти вот нынешние условия — это очень серьезный экзамен, который мы сдаем для того, чтобы когда все это закончится, Бог поднял нас на новый уровень. Послушайте, друзья, это не будет продолжаться вечно. Завтра ипотека разморозит. Завтра цены на недвижимость поднимутся. Завтра бизнес снова откроется. И я задаю вопрос: а кому будут принадлежать высоты? Кому будут принадлежать ключевые позиции завтрашнего процветания в Латвии? Тем, кто сдал экзамен во время тяжелое. Бог сейчас взвешивает. Смотри, независимо от того, что происходит вокруг, этот человек все равно соблюдает десятину, соблюдает жертву. Богу это нравится. Он говорит: если ты доказал мне свою честность и свою верность в это кризисное время, то когда он закончится, я тебя, как Иосифа, подниму из самой низины и поставлю наверху. Если ты был мне верен в тяжелое время, я Господь Саваоф, я Бог Эль-Шадай, я буду верный тебе и благословлю тебя. Я рассчитываю быть наверху. Я рассчитываю иметь миллионы. И я не стесняюсь об этом говорить. Я рассчитываю иметь телевидение, фабрику звезд. Я рассчитываю иметь фонд развития для талантливых парней и девушек, чтобы их отправлять на обучение в престижные заведения, чтобы у нас был профессиональный уровень. У нас огромные программы. И мы знаем, что то, что сейчас происходит в нашей стране, это временное недоразумение. Это временное недоразумение. Это временное недоразумение. Если это недоразумение снаружи, оно не должно стать нашим недоразумением. Чтобы когда Бог взвешивает твою жизнь, а что с тобой случилось? Ты же недоразумение. Как Бог этой вдове сказал: ты же обещала кормить пророка. Она делает вид, как будто ничего не обещала. Я же договорился с тобой. Иногда эти экстремальные условия ожесточают нас. Давайте не будем ожесточаться. Давайте поймем и согласимся, что это очень скоро закончится. Как на перстне Соломона было написано: и это пройдет, и это пройдет. Какого правительства у нас только не было, и это пройдет. Не пройдет и полгода. Сколько уже новое поколение пережило правительство? Начиная с Горбунова. Ладно, Горбунова, с Горбачева. И это все пройдет. А Бог-то остается. А Бог-то остается. Поэтому, друзья, мы сегодня находимся здесь. И мы сегодня хотим Бога почтить десятиной. Малахия 3.10 написано: «Пресите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь Саваоф. Друзья мои, я снова и снова зачитываю обетование, которое Бог оставил нам. Небо и земля придут, Слово Божие не придет. И здесь одно слово: испытайте меня. Бог нас испытывает, а мы испытываем Бога.
Бог нас проверяет, Dievs mūs pārbalda, а мы проверяем Бога. Bet mēs pārbaldam И Бог Dievu. Говорит, я готов. Un Dievs saka, es esmu gatavs. Хотите меня проверить? Gribiet pārbaldīt mani? Хотите меня испытать? Gribiet mani pārbaldīt? Давайте. Вы приносите десятину. Jūs atnesiet desmitotiesu. Я обещаю вас хранить, un es apsolu jūs sargāt, защищать и благословлять. Un svētīt. И мы, друзья, с Богом связаны mēs, draugi, не только svētīt, финансовыми ne tikai finansiālās обещаниями, apsolījumos. Но мы связаны с Богом Bet mēs saistīt и финансовыми. Gan finansiāli. Финансовыми. Я сегодня буду проповедовать об этом. Es šodien sludināšu par to. О том, что в основе любой власти par to, ka jebkuras varas pamatā деньги. Ir nauda. Убери сейчас деньги. Aizvāc tagad naudu. У гомосексуалистов. No и их идея умрет. Un viņu ideja nomirs. Забери деньги у ислама. Aizvāc naudu islamam. Он превратится в ничтожество. Уберите деньги сейчас из России. И это великая держава, она рухнет. Заберите деньги у Америки. И все, эта страна прекратит свое существование. Забери деньги сейчас у христиан. Все, церковь закончилась. У кого деньги, у того и власть. И Бог желает, чтобы в Царстве Божьем были деньги. Lai Dieva valstībā būtu nauda. Потому что в этом мире за все отвечает Tāpēc, серебро. Pasaulē, par visu atbild sudrabs. Есть такой закон. Ir tāds likums. У кого есть деньги, он будет диктовать тем, kuriem у кого нет денег. Tas diktēs tiem, kuriem nav naudas. Тот, у кого нет денег, будет подчиняться тем, kuram у кого деньги есть. Naudas, viņš pakļausies tam, kuram ir nauda. И вопрос здесь не в том, образован человек или нет. Tani, vai izglītots cilvēks vai ne. Вопрос даже не в том, духовный tāds, человек tani, или он бездуховный. Vai garīgs cilvēks vai bezgarīgs. Самые духовные, помазанные Paši люди garīgākie, svaidītie cilvēki. Идут к самым беззаконным Viņi iet pie pašiem телевизионным продюсерам, платят им деньги maksā viņiem naudu, и говорят, сделайте, пожалуйста, un saka, программу, эфир и так далее. Помазанные, безгрешные пасторы идут svaidīti. Коррумпированные начальникам домов культур и просят их устроить. Понимаете, у кого есть деньги, у того будет власть. И они будут управлять. И я задаю вопрос. Как вы считаете, церковь создана для того, чтобы зависеть или для того, чтобы управлять? Я 100% убежден. Церковь создана для того, чтобы управлять. Вот почему, когда мы читаем Деяния апостолов, там такие пожертвования были, что нам не снилось. Люди продавали земли, люди продавали дома и приносили все к ногам апостолов. Для того, чтобы у церкви было влияние. Аминь. Мне сегодня очень грустно, потому что мы вынуждены были уйти с пятого канала. Мы вынуждены были свернуть некоторые программы, потому что приток финансовых средств сокращается. И при всех наших желаниях, и при всех наших идеях, и при всех наших намерениях, деньги определяют степень нашей свободы, и деньги определяют уровень нашей власти. Чем меньше денег, тем меньше влияния. Вот и все. Нет денег. Нет телевидения. Нет телевидения. Нет влияния на сознание. И мы уходим в тень. За все отвечает серебро. И когда мы говорим сегодня о десятинах, мы говорим о влиянии Царства Божьего на эту землю. Я глубоко убежден, что и это тоже временное недоразумение. Мы вернемся в эфир. Мы вернемся на все высокие позиции в информационном пространстве. И сегодня Бог говорит, принесите десятину. Нельзя, друзья, с пустыми руками приходить в присутствие Божие. Наш Бог, Он царь царей. Если мы кесарю отчисляем свои налоги для того, чтобы государство земное могло функционировать, то есть
налоги Царства Божьего. И этими налогами является как раз десятина. Иисус говорит, кесарево отдавайте кесарю, а Божье отдавайте Богу. Для того, чтобы и Царство земное функционировало. И чтобы функционировало Царство Небесное. Аминь. Мы с Богом на серьезном. И Бог с нами на серьезном. Давайте возьмем десятины. И постараемся быть честными и верными. Мы хотим сдать экзамен. Мы знаем, что перед Богом пишется памятная книга. И Он ценит нашу верность. Он ценит нашу порядочность и верность. Давайте возьмем десятины и поднимем их. И скажем, Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Прихожу к Тебе не с пустыми руками. Твое слово говорит, принесите все десятины в дом, хранилища. И я сегодня исполняю слово Твое. Я принес свою десятину в это непростое время. Когда столько проблем вокруг, я хочу этими десятинами засвидетельствовать в духовный мир, что мои решения, моих проблем в Тебе. Эта десятина говорит о том, что я нахожусь под Твоим покровительством. И что моя судьба в Твоих руках. А если моя судьба в Твоих руках, что никакие обстоятельства и никакой кризис не причинит мне ущерба. Твои руки сильные. Ты проведешь меня через эту долину, через этот недостаток, через эти оскорбительные условия. Я хочу в этих условиях доказать Тебе свою верность, свое послушание и испытать Твою верность. Пусть на основании этой десятины откроются небеса. Пусть избыток Божьих благословений ворвется в мою жизнь. Пусть будет видна разница между служащими Тебе и неслужащими. Я люблю Тебя. Я повинуюсь Тебе. Я превозношу Твое имя. Не только своими устами, но и своим послушанием в деньгах. Я верю, что это время пройдет. Если прежнее время умолило эту землю, то придет последующее время, которое возвеличит ее. Я верю в процветание. Я верю в избыток. Время недостатка заканчивается. И начинается время избытка. Я благодарю Тебя, Иисус. И я приношу эту десятину. И прошу, прими ее. Как знак моего послушания. Как знак моего доверия Тебе. И любви. Во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Аминь. Аллилуйя. Пожалуйста. Ашеры, пустите ведра по залу. Бог не претендует на чужое. Бог претендует на свое. И в Библии написано, что всякая десятина на земле, принадлежит Господу. У нас есть друг в Тольятти, пастор Анатолий Гельманов. И он говорит, вы знаете, у меня не так много богатых людей в церкви. А я сказал, написано всякая десятина. Выращиваешь курей. Десятина Богу. Если у тебя коровы.
молока десятину. Но пен десятина отдали. Пожалуйста, в церковь. Лучше здравуди. Если кабанчика забил, я ну кого цулку? Десятую часть цулки сюда. Но цулк шейд. И когда начал проповедовать об этом, он сказал, что ты над про то. Вы не представляете. Вы не представляете. Как программа есть такая, ты не поверишь. Как программа та, ты не ты не нотицаешь. Ты не поверишь. Ты не тицаешь. Мы стали процветать. Мы сакаем усплав. У нас несколько реабилитационных центров. У нас даже реабилитационные центры. Какая разница? Когда чрево. Вы представляете? Покупать-то надо продукты. Продукты или я пар. А здесь сразу. Шейд, узрейз, кто-то принес 10-литровую банку подсолнечного масла. Кто-то привез картошки 10 мешков. Кто-то привез там, я не знаю, помидор. Мясо. Галю. У нас вообще галю. 10% галлия, прикинь? 10% галлия, все думают. И все идет. И в церковь малоимущим. Может быть, и нам взять на вооружение такой принцип? А? У нас раньше ходили такие вот, были порядки, помните? Так что, друзья, не только деньги подпадают под статью десятин. Любой бизнес. Любой бизнес. Амен. Всякая десятина. Всякая десятина принадлежит Господу. Вчера разговаривал с Михаилом Дорбиняном. Я говорю, Миш, ну как у вас дела? А это город Благовещенск. Это край географии. Берег Амура, и там уже Китай. Он говорит, у нас дела классно идут. У нас уже есть свое хозяйство. У нас есть уже 100 свиноматок. И 40 коров. И огромное количество купленной земли. Где-то, я боюсь говорить, 50 или 60 гектаров. Но очень большой участок. Говорит, мы приобрели несколько тракторов. И мы нашли специалиста, который знает толк в обработке земли. Как выгуливать этот скот. Кашу, лоб ягоны. То есть первый колхоз нового первый поколения создан. Колхоз, явной паузой и родить. Я был настолько удивлен. Он говорит, мы уже зарабатываем. Мы кормим людей. У нас есть, говорит, сейчас даже уже партнеры. Нам легко выбивать кредиты. Потому что мы говорим, что вот мы обрабатываем землю. Мы беспокоимся о людях. Мало того. Поскольку Михаил очень послушный. Пастор. И он признает крещение в Моисея, он собрал всех пасторов своих региональных. Я говорю, и что, по одной свинье дал? По три. Я, говорит, всем вручил по три свиноматки. Я сказал, через год, чтобы у вас была сотня. То есть у нас сейчас план, чтобы росла не только церковь, но и поголовье скота. И вы знаете, церковь, она на самом деле активизировалась. Раньше были ячейки, ну знаете, да? Одного сорта, а сейчас ячейки другого сорта. И вы знаете, спрос и реализация, это вообще настолько здоровски, а? Почему написано «всякая десятина»? Потому что служения различные, действия различные, а дух один и тот же. И Михаил говорит, я бы советовал всем пасторам в Латвии следовать такому примеру. И церковь бы никогда не бедствовала. Я думаю, да в Латвии сколько земли. И свиньи здесь тоже в почете. Представляете, пробуждение. Цука про... Атмода. Цуку атмода. В каждой церкви свой колхоз. Вообще это здорово, а? Нашли бы главного животновода. Отрасту главного цуку. Сотник
Цукерман. Вирсник. Но эту тему надо подумать. Я думаю, что легко взять это вооружение, особенно сейчас. Помню, Лестер Самрал в свое время еще, он учил, что село всегда кормило город. И наступает время, когда на самом деле сельское хозяйство должно быть в руках христиан. Об этом надо подумать. Братья, пойдемте, помолимся и подумаем об этом. Давайте простри руки и благословим. Пусть Бог откроет небо и благословит нас. Аллилуйя. Отец, благодарим Тебя за каждое приношение, Господь, за каждую десятину. Во имя Иисуса, Бог, мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о каждом из нас. Во имя Иисуса, Боже, Ты сказал, что Ты откроешь окна небесные над каждым из нас, Господь. Во имя Иисуса, подними свой народ. Благослови, Господь, свой народ. Пусть придет процветание в эту землю, в Твой народ, Господь, чтобы реально увидели разницу между служащими и неслужащими Тебе. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, стоял у жертвенника и видел каждого, кто жертвовал во имя Иисуса. Господь, Ты верен Своему Слову, и Твое Слово говорит, что Ты, Господь, заботишься о народе Своем во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Отец, поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец Небесный, мы сделали этот жертвенник, на котором наши финансы, на котором наши десятины, Бог наш, и мы призываем Твое божественное прикосновение к этой жертве. Господь, пусть жертва будет благоприятна в Твоих глазах, Господь. Пусть эти деньги, они принесут еще много плода в Латвии, на этой земле, Господь. Пусть многие люди будут спасены через жертвы народа Твоего. Господь, мы призываем Твою благодать, мы призываем Твою милость, Господь. Пусть сила Твоя и Твое вдохновение, оно придет в каждый дом и в каждую семью, Господь. Воздай, Господь, каждому человеку по делам, Господь. Воздай каждому человеку по верности за то, что он принес эти десятины, за то, что он принес эти пожертвования на этот жертвенник. Господь, мы сделали это жертвенник во имя Иисуса Христа. И пусть слава Твоя придет в наши дома, в наши семьи, Господь. Пусть слава Твоя покроет церкви нового поколения, Господь. Мы просим Тебя, пусть церковь никогда не нуждается в финансах. Господь, Ты сказал, что Ты стоишь за Словом Своим. Ты сказал, что Ты все сделаешь, чтобы народ Твой, он не стоял с протянутой рукой, но чтобы народ Твой благословлял другие народы. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, пусть это слово исполнится сегодня. Пусть никакой кризис не приближается к жилищам народа Твоего, не приближается к жилищам церкви нового поколения, Господь. И мы ставим на этот жертвенник эти нужды, Господь. Пусть огонь с неба сойдет и пожрет всякие проблемы, Господь. Пусть взамен этим проблемам придут благословения. Благословение неба! Благословение неба! Благословение неба! Я призываю кровь Иисуса Христа, и пусть никакой ангел Губитель не приблизится к нашим жилищам во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, Тас, спасибо, Джейс Крис Варда. Та Варда стал раксить, что принесет висус десятый тест, он зидуем с мана нама, он парбалдет мани, вай эс не отвершу дебес логус, он не лечу свети вай нолет пар тем. Кунгс, пацел саву тауту, парад, ка тава тицива нау велтига, ka paļāvība uz Tevīm nav tukša, kungs, bet ka mēs varam paļauties uz Tavu spēku, ka Tavā namā nebūs neviena, kam trūkst, vai kam ir nepieciešams un vajadzīgs, jo Tavs spēks, Tavu varenā roka ir pār mums. Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai izaug sēkla, lai zeme ir auglīga ikvienam, kurš ir iesējis sēklu, lai raža nāk mūsu namos. Jēzus Kristus vārdā, un nekāds trūkums nepieskarās mums. Slava Tev un gods, mēs teiksim un daudzināsim Tavu vārdu, ka Tu esi vedis mūsu un izvedis Jēzus Kristus vārdā, ka miljoni tie plūs mūsu rokās. Slava Tev un gods, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Отец, благослови сейчас каждого человека, который доверяет Тебе, который в это тяжелое время продолжает жертвовать, который в это нелегкое время продолжает доказывать Тебе свое послушание и верность Слову Твоему.
И на основании этого слова Бог запрети пожирающим прикасаться к организму, к имению, к дому, к бизнесу, к семье. Пусть эти все губители, пусть все эти проклятия пройдут мимо. Господь, пусть кровь Иисуса Христа на основании этих жертв и десятин будет всегда на косяках нашего дома и нашей судьбы. Воздай, Господь, в 1000 крат тем, кто в это трудное время доверяет Тебе и неуклонно следует заповедям Твоим. Выведи, как свет, правду, и, Господь, как полдень, справедливость. И пусть, Господь, процветающих людей в новом поколении станет в 1000 раз больше после этой волны, после этого сезона. Подними своих миллионеров, подними, Господь, своих управителей финансовыми потоками. О, сделано с головой, а не хвостом, на рынке. Я прошу Тебя, подними, и пусть разочарование не уничтожит ни одного человека. Мы просим Тебя, соверши это чудо во имя драгоценного Спасителя Иисуса Христа. Амин. Итак, тема моей проповеди – сила приобретать богатство. Сила приобретать богатство. Ты скажешь, о чем ты говоришь? Про какое богатство? И про какую силу? А вот здесь как раз и есть актуальность. Когда надо говорить о силе? Как не в то время, когда ее нет. Когда еще говорить о богатстве? Как не в то время, когда его мало. Мы сопротивляемся. И мы протестуем против недостатка сил и против недостатка процветания. Нам нужна сила, и нам нужно процветание. Потому что деньги – это основа власти. Никуда мы от этого не денемся. Власть имеет основание. Это деньги. У кого деньги, у того и власть. И мы стоим и говорим, почему на каждом углу игральные салоны? Это же разрушает наше общество. Вот ты возмущаешься и ты говоришь правильно. Но из-за того, что у тебя нет денег, мудрость бедняка пренебрегается. А те люди нечестивые, несправедливые, лукавые, но у них есть деньги. И их слушают. Вывод. У кого есть много денег, того будут много слушать. У кого мало денег, того будут мало слушать. Вот почему отношение к деньгам у нас должно кардинальным образом меняться с каждым днем. Нас пытаются разочаровать и разубедить. И тема денег должна уйти на второй план. Поскольку мы говорим о власти, а власть – это вопрос номер один, то мы должны понимать, что деньги – это обратная сторона медали. Ничто в этом мире не достигалось без денег. Когда мы говорим о революции, если бы не было 5 миллионов золотых марок, Ленин бы никогда не смог совершить революцию. Нам кажется, что это идея. Идея, не подкрепленная деньгами, умирает. Идея, не подкрепленная финансами, она исчезает. Я повторяю этот тезис. Что те, у кого есть деньги, будут диктовать всегда тем, у кого нет денег. Поэтому Бог заповедовал своему народу иметь не только идею, но и огромные деньги. Бог заповедовал своей церкви иметь не только идею христианства, проповеди Евангелия, мораль и нравственность,
Бог заповедал церкви Dievs ir licis draudzē. Большое процветание. Lielu, iegūt lielu uzplaukumu. Amen. Потому что и помазание, Tāpēc, ka svaidījums и процветание, un uzplaukums, оно адекватно. Tas ir adekvāts. Без процветания, Bez uzplaukuma, любое помазание, jebkurš svaidījums, зайдет в тупик. Kas ieies strupceļā. Я повторяю. Es atkārtoju. Без помазания, без процветание. Без усплаукума. Любое помазание свайдий, зайдет в тупик. Помазанный евангелист Бенихин. Для того, чтобы ему выступить в Днепропетровске, куда сейчас все поехали, требуется $300,000. $300,000. Будет процветание. Будет вам помазание. Не будет процветания. Я не был усплаукума. Не будет помазания. Не был свайдиума. Совсем недавно была великолепная молитвенная конференция в Киеве. Лукшенс конференция Киева. Шикарно. Люд лапны. По CNN могли все видеть. По CNN весь то время видели. Столько служителей. Тих даут скалпота. Которые в проломе стояли. Кури и стоя. За Украину и за христианство в целом. Про крестьяне и копма. Когда я поинтересовался у Сергея Шедловского, а сколько стоит это удовольствие? Ни мало, ни много. 300,000. $300,000. И все радуются. И столько помазаний. Столько единства. Братья молятся вместе. Какая красота! Если есть финансовая красота, тогда будет и духовная красота. И меня удивляет одно. Казалось бы, такие очевидные вещи. Такие очевидные вещи. Но в христианской церкви процветает учение. Сидит какая-то зараза. Помазание важнее, чем деньги. Мы узким путем идем. Пренебрежительное отношение к деньгам однажды приведет нас к тому, что помазание закончится. Пренебрежительное отношение к деньгам ограничит и доведет нас до того, что исчезнет любое помазание. Аминь. Помазание – это валюта Царства Божьего. А деньги – это в Царстве земном. Итак, деньги исполняют на этой земле интересы тех, кто ими владеет. Еще раз. Деньги утверждают на земле власть, вару, философию, мораль, моралы, жизненные принципы принципус, тех людей, тем человеке, в чьих руках они сосредоточены. Если богатство в руках праведных, рукас, на земле утверждается праведность. Если богатство сосредотачивается в руках нечестивых, то тогда на земле утверждается нечестие. И когда мы пропагандируем бедные церкви, мы утверждаем рабство. Это противоречит библейским планам. Бог желает, чтобы Божье Царство утверждалось на земле. А для того, чтобы Божье Царство утверждалось на земле, необходимо христианам переосмыслить кардинальным образом свое отношение к деньгам. У каждого из нас должно быть много денег для того, чтобы мы могли влиять больше, чем нечестивые. Аминь. Почему мы опять и опять зависим от беззаконных и нечестивых людей? Да потому что у них денег больше. У них телевидение. У них средства массовой информации. У них общественная организация. И это сегодня вызов для нас, кто мешает нам получать образование, организовывать те же организации, открывать свои газеты и свое телевидение. Но мы же говорим, что мы христиане, подразумевая,
Что мы не образованные, мы люди второго сорта. Категорически нет. Категорически нет. Я еще раз утверждаю, что помазание прямо пропорционально процветанию. Каково процветание, то таково и помазание. Бог так запланировал. Смотрите, кому принадлежит помазание? Кому принадлежит помазание? Не нам, а Богу. Не mums, bet Dievam. Но, по крайней мере, вас не узнаю. Jaunā paudzes jūs neatpazīst. Кто дает помазание? Kurš dod svaidījumu? Кто хозяин помазания? Kurš ir saimnieks? Кто крестит нас Духом Святым? Kas kristī mūs ar Svēto garu? Кто раздает дары Духа Kas Святого? Kas dod Svētā gara dāvanas? Кто дал власть? Kas deva varu? Кому принадлежит золото и серебро? Kam pieder zelts un sudrabs? Нет. А как вы думаете? Если Бог так легко дает нам помазание, по вере, мы приходим, получаем крещение. А вот с деньгами у нас уже подспудно и подсознательно сидит иллюзия, что помазание – это Божье. А вот богатство – это дьявол. Ну вы же понимаете, что я читаю ваши мысли. Если мы точно так же бы просто, прямолинейно и принципиально требовали от Бога процветания, как и помазания, наше христианство было бы сбалансировано. Амин. Если Богу принадлежит помазание, и Богу принадлежит золото и серебро, скажите, пожалуйста, почему в нашей жизни перекос? Что Бог не дает? Не хочет? Нет, нас научили. У нас некое негативное отношение к деньгам при нашем некоем позитивном отношении к процветанию, к помазанию. Запомните одну вещь, что каково отношение к помазанию, к духовным ценностям, таково отношение у нас должно быть и к ценностям материальным. Аминь. Повторяю. Люди, у которых нет денег, они всегда будут подчиняться тем, у кого они есть. И не потому, что деньги в руках дьявола, а идеи в руках Бога. Потому что люди так распределили. Люди так решили. И мы хотим сегодня сломать сознание. Это подспудное негативное отношение к процветанию. Даже христиане начинают критиковать. Вы перекос имеете. Вы только о процветании говорите, о процветании. Конечно, мы говорим и говорим об этом. Потому что мы хотим иметь христианское правительство. Мы хотим иметь телевидение. Мы хотим иметь фабрику звезд. Мы хотим иметь праздники поклонения. Попробуй провести это все без денег. Я несколько на прошлой неделе включил телевизор и ахнул. В России, в городе Муроме, проходит праздник семьи, любви и верности. Я был просто приятно поражен. На берегу реки. Огромная сцена. На сцене звезды, ведущие и исполнители. Праздник проходит под патронажем жены президента Светланы Медведевой. Везде пропагандируется семья, церковь, верность, любовь. Семья, церковь, общество, верность, любовь. Я смотрю тезисы, такие знакомые. Песни, такие знакомые. Там где-то на площади встречают многодетную семью. Там сколько их человек? 12-14 было. Как вам удается хранить вот такое вот счастье?
А мы утром в церковь идем. Bet mēs no rīta ejam uz baznīcu, а вечером идем в парк. Bet vakarā uz parku. Тут же стоит пара молодая, un šeit pat stāv которая только расписались в ЗАГСе. Tikko ir salūlājušies ZAGSā. А вы считаете, bet kā jūs uzskatāt, вы сможете добиться таких результатов? Panākt tādus rezultātus? Я смотрю. Es skatos. Tomu, Господи. Думаю, Kungs. Вот масштабный lūk, праздник. А? Tie ir lieli svētki. А если этот праздник проходит под патронажем жены президента, и там никто в церкви не кричит, если через три дня не будет денег, праздник накроется медным тазом. Вы понимаете, что такое деньги? Деньги – это степень нашей свободы и уровень нашей власти. Вечером vakarā, жена сила, говорит своему мужу, вирам, президенту, президентам, на этот праздник svētkiem, требуется 3 миллиона, чтобы все звезды приехали как миленькие. Отбрауц. Сколько? Cik? Давай нолик добавим. Клад. Давай. Labi. Че ради любимой жены ko не сделаешь? Neizdarīsi. Деньги определяют степь нашей носят свободы. Mūsu brīvības robežas. И когда под патронажем президента, президента покляутība, у которого вся власть, проходят такие праздники, святки, как легко viegli, идеологию страны идеологии, христианизировать. Христианизировать. Представьте, сделать такой праздник svētkus, ежегодным. Году, не просто ждать, когда же не, президент vienmēr gaidīt, будет, не будет. Būs, не būs. А он в это время дубы садит. Bet viņš laikā ozolus stāda, и письма пишет. Un vēstules raksta. А когда президент организовывает президент этот праздник svētkus, и говорит, не надо собирать деньги, naudu, государство vāls, имеет вот столько этих денег, naudas, они проводят это второй год. Году. Но какой ценой? Но мы все-таки четвертый год уже провели. Мы все равно первые, а не вторые. Эй, латыши, воздайте Господу славу. Были сложные чувства. Были такие сложные чувства. Но, с одной стороны, радость, что пропаганда семьи, что ведущие звезды, политики говорят о духовных ценностях, о важности семьи. Потому что какая разница, откровение? Или здесь, или там. Но оно превращается в национальный праздник. И это все требует денег. Я подчеркиваю мысль. Если у тебя есть идея, но у тебя нет денег, ну что ты с этой идеей будешь говорить? Сколько идей умерло? Сколько идей умерло? Потому что не было финансирования. Вот почему мы говорим о важности денег. Бог дает нам силу приобретать богатство для того, чтобы воля Божья на этой земле была воплощена. Если богатство в руках праведников, на земле утверждается праведность. Если богатство в руках нечестивых, на земле утверждается власть нечестия, греха и растления. Ну подумайте только. И думайте только. Аборт. Аборт. Это не дешевая операция. Для рядового гражданина. Я уже не говорю даже о Латвии, я говорю об Америке. И представляете, эти дорогостоящие операции проходят за государственный счет. Кто у власти? Тот и утверждает посредством денег свою идеологию. Нынешний президент — это очень опасная персона. И я не стесняюсь это говорить. За полгода были нанесены сокрушительные удары по тем достижениям, которые были в Америке до этого года. Ломать не строить. Впервые президент пригласил президент в Белый дом 200 ведущих гей-активистов. 200
vadošos geju aktivistus. Для того, чтобы выразить им благодарность за поддержку во время выборной кампании. Это был плевок всему честному населению Америки. Он не пригласил пасторов и не выразил им уважение и респект. Он пригласил геев и лесбиянок и поклялся, что за полгода я уже сделал много для того, чтобы вы почувствовали, что я беспокоюсь о вас. Говорит, и во время моего срока я постараюсь сделать все, чтобы однополые браки были узаконены во всех штатах. В чьих руках сосредоточены деньги? В чьих руках сосредоточены деньги, того философия, того идея, того мировоззрения будет утверждаться на земле. Пренебрегая деньгами, мы пренебрегаем властью. Для любой власти нужны деньги. Подумайте только. Компания Ford заявляет, от каждой проданной машины Ford Форд. От каждой проданной машины $300 отчисляется автоматически в фонд пропаганды гомосексуализма. В чьих руках деньги, тот и будет диктовать. Я сегодня хочу задать вопрос. Где же те компании, крупные компании, которые бы говорили, что от каждой проданной машины хоть $100 будет идти на утверждение Царства Божьего? На гуманитарные программы, да. Здесь мы не спорим. Но кто будет на проповедь Евангелия? Парадокс заключается в том, что кроме церкви, кроме сборов, кроме пожертвований, кроме десятин, которые мы собираем, в редких случаях приходят какие-то целенаправленные суммы. Осуществовать мы должны. И мы должны смотреть в глаза реальности. У нас должно быть много денег. Если даже вот этот кризис ударил нас по рукам и по мозгам, мы должны смотреть сквозь и говорить, это временно недоразумение, но завтра деньги не будут ограничивать наших программ. Бог дает нам сил приобретать богатство. И у нас будет это богатство. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. У кого деньги, тот диктует тем, у кого этих денег нет. Бог хочет, чтобы церковь была головою, а не хвостом. Я говорю сегодня не о своих амбициях. Я рассуждаю вслух вместе с вами. Если Бог хочет сделать нас головою, а не хвостом, чтобы что церковь связала на земле, то было бы связано на небе, то Бог хочет наделить церковь властью духовной и властью финансовой. И я продолжаю пророчествовать, что в нашей среде Бог поднимет миллионеров, Бог поднимет банкиров, Бог поднимет Иосифов, которые будут управлять финансовыми потоками, потому что это воля Божья. И последние программы пробуждения, они связаны с большими, с большими деньгами. Амин. Амин. Есть вульгарное, банальное отношение к деньгам. Просто так тупо копить, 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 копить. Это примитив. Это тупо. Это таких людей ни дьявол ненавидит, ни Бог ненавидит. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Себе, 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 себе. Как правило, этих людей бьют слева и справа. Деньги существуют для утверждения на этой земле определенной идеологии. Я слышал недавно. Вот промелькнула мысль. Выход из кризиса в Латвии
осуществят исламские инвесторы. Исламисту инвесторы. Они здесь нам помогут открыть исламские банки. Без процентов будем получать кредиты. Какая разница, какая идеология? Главное, что деньги появятся. Приехали. Это то, что в Англии происходит. Никто деньги без идеологии давать не будет. Вот где бы вы ни были, в какой бы стране вы ни находились, запомните, нейтральных денег не бывает. Деньги связаны с идеологией. Если ты бандитские деньги берешь, там к этим деньгам привязана криминальная идеология. И ты подчиняешься ей. Если ты берешь деньги, понимаете, что должник становится рабом взаимодавца. Тот, у кого есть деньги, тот диктует свою идеологию. И ты должен подчиняться. Амин. Ислам просто так денег не даст. Если ислам и вольет какие-то суммы в Латвию, то только с условием, чтобы здесь на каждом углу стояли мечети, и чтобы все эти женщины здесь демонстрировали свою культуру. Не дай Бог. Не дай Бог. Нейтральных денег не бывает. Я задаю опять вопрос. Если все золото и серебро принадлежит Богу, почему на этой земле у нас до сих пор проблемы? Либо мы обмануты, либо мы ленивы, либо мы не берем ответственность за этих важные вопросы. Деяния апостолов 4. Давайте откроем Деяния апостолов 4. Мы говорим, во время пробуждения творились великие чудеса, великие знамения. Но видишь ли, что за все отвечало серебро по-любому. 4.33. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. И не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Великое помазание было адекватно великому процветанию. И если не было, может быть, частных инвесторов, то в первоапостольской церкви на очень серьезном высоком уровне была доктрина жертвенности и десятины. Люди жертвовали. И эта жертва была главным финансовым источником всех программ пробуждения. Деньги утверждают на земле власть, философию, мораль и жизненные принципы того человека, в чьих руках они находятся. У кого деньги, у того и власть. Это абсолютная правда. Борьба за власть – это прежде всего борьба за деньги. Борьба за власть – это прежде всего борьба за деньги. Борьба нескончаемая вплоть до наших дней. Итак, почему в Египте евреи были рабами? Потому что они были ограничены, и они не имели доступа к финансовым средствам. Когда нас сегодня ограничивают, нас хотят превратить в рабов. Я думаю, что весь этот эксперимент с безграничной свободой, взятие кредитов, это была определенная ловушка для того, чтобы власть предлежащая могли
загнать в рабскую кабалу наивных людей. Потому что если у тебя сейчас кредиты, за которых ты не можешь рассчитаться, ты готов выполнять любые требования. Богу противна эта система. Бог хочет освободить. И я гарантирую, что точно так же, как вот в том в древнем Египте, Богу противно было видеть свой народ в рабском положении. И прежде всего в финансовом рабстве. И Господь все вернет. Я понимаю, что меня обобрали. Я понимаю, что тебя обобрали. Этими взвинченными ценами, этими урезанными всеми льготами. Послушайте, все, что дьявол украл, 7 раз он вернет. Мы верим в справедливое воздаяние. Исход из финансового рабства однажды произойдет. Великими потрясениями, великими казнями. Но это будет. Наш Бог справедлив. Писание говорит, что когда Израиль выходил из Египта, все, что Египет крал, все, что Египет изымал из фонда израильских, зарплат, программ, евреи все забрали. И все евреи все забрали. Евреи все забрали. Они не ушли из Египта с пустыми руками. Они не ушли из Египта босиком. У них было золото и серебро. Бог побеспокоится, чтобы то золото и серебро, которое у тебя забрали, украли, просто разными способами. Бог справедлив. И богатство, которое сегодня у нечестивых, оно завтра перейдет к праведникам. Я верю в справедливое воздаяние. В этом году новому поколению исполняется 20. Сколько мы жертвовали? Сколько мы пророчествовали? Сколько мы перед Богом делали заявлений? Я верю, что когда муж Божий, Ансельм Адабука, делал специальные призывы, и у многих из нас, может быть, возникла уже такая ирония, но это определенный способ выкачивания. Я хотел бы остановить вас и сказать, что Слово Божие, оно живо и действенное. Если не пришел ответ вчера, он придет сегодня. Если он не придет сегодня, он придет завтра. Скажите, когда Бог пообещал израильский народ освободить? Через 400 лет. 400 лет прошло. Все, Бог соврал? Нет. Просто чуть-чуть попозже. В самое правильное время. На самом правильном месте. В самом правильное время. Господь явит чудо. Друзья мои, не разочаруйтесь. Не стройте прогнозы. Завтра будет еще хуже. Завтра будет еще хуже. Завтра будет еще лучше. Завтра будет лучше для нас и хуже для дьявола. Богатство нечестивых перейдет к праведникам. Если это произошло в Египте, это произойдет и в Латвии. Аминь. 20 лет жесточайшей борьбы. 20 лет жесточайших сражений за Божье царство и христианское правительство. И в оконцовке нищие, оборванные, жалкие, нищие христиане. Бог такого не допустит позора. Бог не посрамит тех, кто надеется на Него. И самое главное, друзья, сохраните верность не только во время процветания, но и верность в тяжелое время. Я уже 20 лет подряд говорю о христианском правительстве. И когда задают вопрос, ну и где, и когда? Очень скоро. Куда нам спешить? Ты сказал, что деньги не будут ограничивать программы. Это не я сказал.
Это он сказал. То он читает. А я лишь дублирую. Bet es tikai dublēju. И мне, между прочим, это нравится. Мы увидим великую славу. Друзья, осталось еще чуть-чуть. Draugi, ir palicis tikai pavisam осталось drusiņ. Чуть-чуть. Palicis tikai drusiņ. Мы даже не представляем, что в мире произойдет. Jūs nezin, kas pasaulē notiks. Мы не знаем, что в мире произойдет. Mēs nezinām, kas pasaulē notiks. Но произойдет что-то особенное. Bet notiks kaut kas īpašs. Бог не посрамит Dievs своих. Neapkaunos savējos. Бог благословит тех, кто благословляет имя Его. Он прославит тех, кто прославляет Его. И богатство нечестивых перейдет к праведникам. Амен. Запомните, если последнее пробуждение будет требовать огроменного помазания, то это значит, что оно будет требовать огроменного процветания. Мы должны готовиться к тому, что эти реки потекут к нам. Откровение 5.12. Давайте посмотрим. Откровение 5.12. Иоанн видел эту картину будущего. Здесь написано: «И видел, и слышал я голос многих ангелов вокруг престола, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Агнец Божий, благодаря которому мы спасены. Агнец Божий, благодаря которому наши грехи прощены. Агнец Божий, который записал наши имена в книгу жизни. Он на престоле. И он достоин. Послушайте. Он достоин принять силу и богатство. В первую очередь. Если Он дает нам силу приобретать богатство, то все, что Он дает нам, оно должно принадлежать Ему. Мы достойны через Иисуса принять силу, приобретать богатство. Для чего? Чтобы не присваивать это себе, а чтобы эту силу и богатство и премудрость отдать нашему Агнцу. Я существую для того, чтобы прославить Бога. Я живу для того, чтобы однажды Царство Божие утвердилось. Если бы ты откровенно спросил меня, буквально невзначай, где-нибудь на остановке, или растолка бы ночью, 4 часа утра, сказал: Алексей, что ты хочешь? Я бы тебе сказал, что я хочу. И это Бог видит. Это то, о чем я молюсь и о чем я проповедую. И это не ради красного словца, а это на самом деле мечта и моя вера. Я хочу видеть победу и торжество Божьего Царства на этой земле. Даже если ты дал бы сейчас мне просто 100 тысяч, 5 миллионов, если эти деньги не были бы в основании Царство Божьего, они никогда бы меня не сделали счастливым. Мы шли к этой цели столько лет. И я продолжаю это говорить. Мы с вами увидим христианское правительство. Мы с вами увидим здесь праздники поклонения. Мы с вами увидим крушение язычества, крушение всякого колдовства и проклятия. Мы с вами увидим церкви, переполненные счастливыми и искупленными людей. Мы с вами увидим Царство Божие, пришедшее в силе. Ради этой цели мы живем. И Агнец Божий, который сегодня на престоле, перед Ним сегодня тысячи тысяч склоняются. Тысячи тысяч говорят: достойно Агнец принять не только наши песни, не только наши молитвы. Ты
Достоин принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь, году, славу и благословение. Обратите внимание, богатство на втором месте. Сначала сила, чтобы приобретать богатство, потом богатство. И потом уже идет премудрость, крепость, честь, слава и благословение. И всякое создание, находившееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь и слава и держава во веки веков. Аллилуйя! Друзья мои, мы идем, проходим через разные испытания. Я понимаю, одному более тяжело, другому менее тяжело. И я сознательно сегодня обращаю ваше внимание не на видимые условия, а на вечные реальности Царства Божьего. Если мы поклоняемся Богу, то Бог претендует на нашу силу, Он претендует на наше богатство, на нашу премудрость. И все, что бы мы ни имели, это все по праву принадлежит Господу. И последнее место – это Второзаконие 8:18. После чего мы будем молиться. 8:18. Здесь написано так. 8:14. Чуть раньше. 12 стих. Послушайте, примите это как пророческое слово. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, здесь не написано «если», здесь написано «когда». Когда – это уже назначенные сроки. Я повторяю это тысячу раз, потому что сам Бог говорит, что мы будем есть, мы будем насыщаться, мы будем строить хорошие дома и будем жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. С 12 еще раз. Давайте вместе прочитаем это место. Скажи вместе со мной. Очень скоро наступит другое время. Скажи, время посрамления закончится. И придет время изобилия. Потому что мой Бог верный Бог. Когда мы будем есть и насыщаться, и построим хорошие дома, и будем жить в них, когда у нас будет много крупного и мелкого скота, когда у нас будет много серебра и золота, и всего у нас будет много. И всего у нас будет много. Вот ты не веришь, а вот увидишь.
Вот ты увидишь, что избыток придет. Избыток придет. Избыток придет. Избыток придет. Недостаток закончится. А избыток придет. Скажи вместе со мной, недостаток закончится. А избыток придет. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус Христос пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Я не верю в недостаток. Я верю в избыток. Когда у вас будет много, когда у вас будет всего много, запомните, испытание нищетой – это ничто по сравнению с испытанием свободой. Самое главное, когда придет награда от Бога, смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. Я говорю о будущем. Я говорю сейчас о будущем. Я говорю о завтрашнем дне, к которому мы должны сейчас готовиться. Когда нету денег, когда забрали машину, когда из квартиры выгоняли, так легко молиться. Тебя заставляет молиться квартира, из которой тебя выгоняют. Тебя заставляет молиться здоровье, которое подкосилось. А вот представьте себе. Здоровьем пышешь. Квартирой, дом. Какая квартира? Дом. Машина. Денег много. Программы большие. Самое главное, чтобы вот в этом изобилии ты не ушел от Бога. Вот смотрите. Здесь заколдованный круг. Мы создаем цивилизацию. Цивилизация нас уничтожает. Мы из нищеты пробиваемся, строим высокие технологии, условия. И эта цивилизация является нас, нашей убийцей. Люди забывают Бога. Как удержаться? Как удержаться? Чтобы не забыть Бога. Ну как? Построили такую Америку. Цивилизацию. И сегодня эта цивилизация уничтожает церковь. Что за такой заколдованный круг? А? Я смотрел вчера по God Digital, как Рейнхард Бонки проповедует в Африке. Там миллион людей стоит. Кричат: Иисус, Иисус. Я Насте говорю. Настя, смотри. Она говорит: ну это же Африка. Я говорю: что ты имеешь в виду? Цивилизация должна стоять здесь. Вот что? И вот куда мы идем? Мы сейчас в Латвии как в промежутке. Между теми условиями и теми, и мы должны сейчас приготовиться, процветать по-любому мы будем. В обетованную землю мы войдем по-любому. Я не верю в то, что Бог нас обманет. Я не верю, что Бог потом к концу скажет: ну, все, ну не вышло. Я не верю, что Бог так делает. Ну, шли. Думали, что так? Думаем, когда? А что думаешь, Бог не ошибается? Бог тоже ошибается. Бог по образу и подобию создан человечеству. Не верю я этому. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Бог даст нам много помазания, и столько же Он даст нам процветания. Процветание уже на пути. Самое главное, чтобы ты не надломился, чтобы ты не разочаровался и сказал: ай, Бог ничего не делает. Когда придет много всего, пусть не надмится сердце. И дальше. И чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это. Я рассуждаю категориями завтрашнего дня. Ладно, хватит
плакать над сбежавшим молоком. Хватит оплакивать нынешние условия. Они скоро пройдут. Завтра придет процветание. И Господь нас уже учит и говорит, когда придет процветание, вспомни, никогда не присвой себе. Это я. Это моя крепость. Это моя мудрость. Это я такой сообразительный. Господь никогда не сделает. Никогда этого не сделай. Знай в сердце своем, что Бог дает тебе силу. Прочитайте 18-й. Никогда не позволяй присвоить себе заслуги какого-то успеха. Но чтобы помнил Господа Бога твоего. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Цивилизация одних поднимает, а других губит. Друзья мои, мы каждый в своей жизни уже проходили через этот пик относительного процветания. Согласитесь, люди меняются. Кто-то становится гордым, заносчивым, кто-то себе все присваивает. Господи, сохрани нас. Согласитесь, сегодня мы все в смирении. Мы все сегодня в смирении. Простые такие, в смирении такие. Давайте останемся в смирении и простыми, когда у нас миллионы будут. А миллионы у нас будут. Перед этими местами же написано, что когда у вас будет много домов, когда у вас будет много серебра и золота, когда у вас будет много друзей, много возможностей. Не забудьте Господа. Амин. Я глубоко убежден. Бог проверяет нас, закаляет нас для того, чтобы в наши руки доверить большие ресурсы. Амин. Тот, у кого есть деньги, будут диктовать тем, у кого денег не будет. И богатство нечестивых перейдет к праведникам. Для чего? Для того, чтобы не нечестивые диктовали праведникам, что делать или что не делать, а чтобы праведники, святые, судили этот мир. Амин. Смотрите, прежде чем Бог однажды сказал Моисею, я хочу построить святилище. Я хочу, чтобы это святилище было скинией, где Бог встречается с человеком. Дьявол вор. Прежде чем Богу построить святилище, дьявол всех одурачит. Просто пришел и сказал, где этот Моисей, не знаю. Давайте построим тельца. И те деньги, которых Бог планировал на создание святилища, дьявол берет и говорит, давайте соберем и построим золотого тельца. И женщины на свои украшения снимали, мужчины, и вылили золотого тельца. Бог разгневался и сказал, я уничтожу его. И когда он уничтожил это тельца, он говорит, а теперь соберем еще раз. Денег у вас хватает. Оказывается, у нас столько денег, что и на безумные проекты нам хватает. И на сомнительных пирамиды нам хватает. Да еще и на святилище хватит. Амин.
Бог любит нас. Бог с пониманием относится к нам. Я хочу помолиться сейчас за всех, у кого сейчас тяжело, кому трудно, чтобы не надломилась вера. Бог дает нам силу приобретать богатство для того, чтобы утверждать на земле философию, идеологию и интересы Царства Божьего. Закройте глаза. Дух Святой, я прошу Тебя, прямо сейчас прикоснись к народу Твоему. Я прошу Тебя, Дух Святой, измени наше сердце. Исправь наше мышление. Я об одном только прошу. Пусть всякое разочарование, всякий страх пусть уйдет из нашего сознания во имя Иисуса. Всякая депрессия, всякая горечь, всякое разочарование убирайся вон. Дух Святой, пусть мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Пусть никто не надломится, пусть никто не сломается, пусть никто не разочаруется, пусть каждый достойно пройдет через эту долину и выйдет победителем. Нас никто не отлучит от любви Божией во Христе Иисусе. Нас никто не отлучит от любви Божией во Христе Иисусе. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни потрясение. Господь, держи нас крепче. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Твое святое имя. И пусть это слово утешает нас. Пусть это слово строит нас. Пусть это слово укрепляет нас. Дай нам видеть будущее, которое бы не уничтожало, а которое бы созидало нас. Дай нам видеть будущее прекрасное и восхитительное. Пусть это будущее, пробужденное и спасенное Латвии. Пусть это будущее, где праздники поклонения, где христианское правительство вдохновляет и утверждает нас, чтобы, побеждая и преодолевая все испытания, мы дошли до цели. Мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Амен. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. И как Павел сказал, в отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся. Да. Мы отменили июльскую конференцию. Мы сократили наши программы. Мы ушли с телевидения с пятого канала. Для меня это было нелегкое решение. Но реальность такова, что мы не можем позволять наращивать долги. И в то же время мы оптимистически смотрим в будущее. В августе с 6 по 9 у нас будет открытие новой церкви в Кенгараксе. Мы будем ставить палатку. И точно так же, как год назад, у нас была евангелизационная программа в центре. И слава Богу, церковь функционирует. Мы хотим в этом году, невзирая ни на что, проповедовать Евангелие и открывать эту церковь.
это связано с определенными растратами. И мы хотим открыть этот фонд. Я думаю, каждый из нас заинтересован в том, чтобы спасенных людей было больше. Мы не можем отвечать за все глобальные программы, но за проповедь Евангелия мы отвечаем. Как вы понимаете, там необходима определенная программа изготовления баннеров, буклетов, разрешение на этот участок. Это возле на площадке возле торгового центра Доле. В течение трех дней будет стоять палатка. Четверг, пятница и суббота. Целый день мы будем прочесывать этот район. И в воскресенье 9 числа мы уже нашли зал. Благодарим Бога за благоволение хозяина, который разрешил проводить по воскресеньям служение. И аренда обойдется лишь только в 25 латов. Это очень удачная цена. И вот сейчас мы готовимся к этому. И поэтому мы открываем фонд. И я бы очень хотел, чтобы сегодня мы продемонстрировали Богу, что мы на самом деле верим и рассчитываем на победу. Каждое пожертвование — это пророческий акт. Когда я жертвую, моя жертва говорит: я не сдаюсь, я продолжаю двигаться, я буду процветать. И я понимаю, что сегодня тяжелое время. Но в то же время мы не можем сложить все программы. И уж программа проповедования Евангелия и открытия новой церкви для нас является приоритетной. И может быть, как вдова, которая говорит: у меня уже ничего нет. Но Господь говорит: все, что есть, давайте сейчас по возможности. У кого есть какое благорасположение? У кого есть какая жертвенность? Может, у кого-то всего лишь 2 лата, а у кого-то может быть 15 латов. У кого-то может быть сейчас удачный день, вчера был, может быть, есть 50 латов. Вы знаете, каждый по мере веры, каждый по мере веры. Остается до этого евангелизационного события немного. Остается совсем немного, меньше месяца. И сейчас нужно уже проплачивать и за баннеры, и за буклеты, за охрану, за разрешение, за звук, ну, за все, что там будет происходить. И нам необходимо уже какие-то суммы. Давайте мы сейчас помолимся и попросим, чтобы Господь обеспечил эту программу. Я прошу Тебя, Отец, прикоснись к сердцам людей в это сложное время. Господь, мы не хотим сдаваться. Господь, у кого есть деньги, прикоснись к их сердцам. Пусть наши деньги утверждают на этой земле идеологию и философию Твоего Царства. Боже, мы не хотим, чтобы эта земля была местом, где утверждается идеология Антихриста, растление и беззаконие. Я прошу Тебя, благослови это пожертвование и помоги нам собрать необходимые деньги для этой евангелизации, для этой палатки. И пусть эта церковь будет здоровой, благословенной и помазанной во имя Иисуса Христа. Прикоснись к людям и дай благорасположение. Я прошу Тебя об этом. Аминь. Итак, ашеры, пожалуйста, пустите ведра по залу. Давайте все, что мы можем для открытия новой церкви. Для открытия новой церкви.
Когда я был в Киеве, Киева, на этой молитвенной конференции, то я интересовался, были ли какие-то специальные большие финансисты этого проекта. И Сергей Шедловский говорит, в основном это были партнеры, искатели Бога, небольшие ручейки, но в основном все деньги пришли во время пожертвований, во время конференции. Как вы видите, главный источник финансирования Божьих программ — это те, кто в эти программы вовлечены. До сих пор главными финансистами являются эти вдовы, эти члены Первоапостольской Церкви. И дай Бог, чтобы жертвенность не ослабела. Бог воздаст. Когда эти церкви будут открыты, когда в каждом городе, в каждом районе города будет церковь нового поколения, и когда мы будем собираться все вместе за один стол, мы будем радоваться и говорить: и там моя лепта, и там моя лепта. Наши деньги утверждают на земле идеологию и философию Царства Божьего. Идеологию, философию Царства Божьего. Боже, помоги нам. Помоги нам собрать деньги. Помоги нам совершить эту евангелизацию. Помоги нам открыть эту церковь. И пусть пробуждение никогда не захлебнется. Пусть это тяжелое время не сломает никого из нас. Мы докажем тебе верность. И ты докажешь нам свою верность. Аллилуйя. 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 Молись на языках, если ты уже пожертвовал. Глори. Боже, мы просим Тебя, Dios, мы слудзам Тебе, восполни всякую нужду по благодати, которую мы имеем во Христе Иисусе. Боже. Dios. Благослови Дмитрия Макаренко, который будет проповедовать. Благослови, Господь, всех, кто будет участвовать прямо или косвенно. Пусть имя Твое возвеличится. Пусть имя Твое прославится. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, благодарю Тебя за послушание народу Твоего. Я благодарю Тебя за то, что Ты благ и милосерд, за то, что Ты Бог Эль-Шаддай, Бог избытка. У Тебя есть всегда больше, чем мы нуждаемся. Благослови эту палатку. Благослови Диму Макаренко. Благослови все, что необходимо для подготовки. Пусть имя Твое возвеличится. Пусть имя Твое прославится. И пусть, Господь, еще одна церковь будет открыта в нашем городе. И все, что рождается от Бога, пусть победит этот мир. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Hallelujah! Hallelujah! Завтра и послезавтра рит ум парит. Известный евангелист Бенни Хин. Pazīstamais evangelists Benny Hinn. По инициативе нового поколения на Украине. Bet jaunās paudzes iniciatīvas Ukrainā. Проведет два мероприятия. Viņš tur veiks divus pasākumus. В понедельник завтра. Pirmdien rītā. Вечером состоится специальный семинар.
который придет Бенни Хин для пасторов и лидеров. Un лидерем. Этот огроменный зал, ши лела зале, в котором мы проводили свои конференции, kurā mēs vadījām savus konferences, вместимостью 5000, tur ietilps 5000 cilvēku. Он будет полный. Tas būs pilns. Почему? Kādēļ? Потому что зарегистрированных Tāpēc пасторов и лидеров реģistrētu mācītāju un на сегодняшний день uz šo dienu уже больше 5000. Jau ir vairāk nekā 5000. И un для того, чтобы попасть на этот семинар, при регистрации необходимо будет внести $30. И люди соглашаются. То есть это лишний раз бросает нам вызов, что невзирая ни на что, мы должны идти вперед и говорить о Божьих программах. И вера человеческая, а должна быть над обстоятельствами. Это будет завтра вечером. Послезавтра вечером на 25-тысячном стадионе пройдет крусейд. Служение чудес и знамений, где Бенни Хин будет проповедовать, исцелять больных и разрушать дела дьявола. Трансляция этого мероприятия будет на канале CNL. Так что у кого нет возможности, вы можете завтра вечером и послезавтра включить CNL и наблюдать за тем, что будет происходить на Украине. Я должен сказать, что впервые в такое тяжелое время новое поколение вызвалось пригласить такого большого человека. И, как вы понимаете, это нелегкая задача. Потому что те требования, которые были представлены с той стороны, это очень сложно. Но тем не менее, думаю, это будет большое благословение для Украины, а также для тех, кто будет там присутствовать, а также для тех, кто будет смотреть эту трансляцию. Поэтому в любом случае мы продолжаем двигаться вперед. В любом случае, страдает ли один член, страдает все тело. Успех другого является успехом всего тела нового поколения. Поэтому, друзья мои, жизнь не так уж плоха. Мы продолжаем двигаться дальше. И все страшное уже позади. Поблагодарим Господа и воздаем Ему большую славу.